Здравствуйте, дорогие ребята! Наше путешествие по городу букв продолжается. А кто на этот раз познакомит нас с новой буквой и звуками? Папа Карло удивлен, стукнул по полену он. И сучок стал носом длинным, так родился Буратино. Деревянный озорной мальчишка познакомит вас с новой буквой. А ваша задача узнать, какие звуки она обозначает. Научиться читать слоги и слова с новой буквой. Буратино решил для вас провести конкурс загадок. Давайте вместе их отгадаем. Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают? Блины. Кто по елкам ловко скачет и влезает на дубы? Кто в дупле орешки прячет, сушит на зиму грибы? Белка. Давайте вместе с волшебниками Томом и Тимом выделим голосом первый звук в словах «блины» и «белка». Произнесем слово «блины», выделяя голосом первый звук. «Б-б-б» – «блины». Назовем первый звук. «Б-б-б» – это согласный звук. Его нельзя пропеть. Мешают губы. Приложите ладонь к горлу. Звук звонкий или глухой. Б. Звук Б. Звонкий согласный. Произнесем слово белка, выделяя голосом первый звук. Б. Б. Белка. Назовем первый звук. Б. 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 И это согласный звонкий звук. Сравним звуки Б и Б. Обратите внимание на уголки рта. Образуют ли они улыбку? Звук «б». Звонкий твердо согласный. А звук «б» звонкий мягкий. Буратино задумался. А какой первый звук его имени? Давайте поможем определить первый звук имени деревянного мальчишки. Назовем его имя Буратино. Б. 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 Буратино. Первый звук «б». Звонкий, твердо согласный. У Буратино разыгрался аппетит, и он решил посетить магазин. Давайте поможем Буратино совершить покупки тех продуктов, в названии которых есть звук «б» или «б». Какие продукты можно купить в магазине «хлеб»? Давайте вместе найдем. Булка, бублики, багет, баранки, батон. А какие продукты можно купить в магазине овощи и фрукты? Давайте вместе назовем эти слова. Бананы, баклажаны, арбуз. А сейчас давайте научим распознавать звуки «б» и «б» в словах и определять их месторасположение. Распределим картинки по четырем углам, определив месторасположение новых звуков в словах-названиях. Начало слова – звук «б». Бык. Буратино. Начало слова – звук «б». Бинт. Белка. Середина слова – звук «б». Верблюд, арбуз. Середина слова – звук «б». Воробей. Буратино дарит вам букву, которая обозначает звуки «б» и «б». Имя этой буквы – «б». Буква «б» обозначает два разных звука – согласный твердый звук «б» и согласный мягкий звук «б». Имя буквы и согласные звуки, которые эта буква умеет обозначать, не совпадают. Чтобы назвать букву, нужно произнести ее имя – «б». Чтобы прочитать одну букву, надо произнести твердый звук «б». Давайте заглянем в город букв. Найдите глазами домик, в котором будет жить новая буква. Буква «б» живет в домике в районе согласных на проспекте Звонких Парных. Рассмотрите печатные буквы «б». Давайте сравним большую и маленькую буквы.
Буквы разные. А что напоминает вам буква Б? Буква Б проснется рано. Буква Б – бочонок с краном. Умывайся, будь здоров, богатырь Борис Бобров. Подумайте и вспомните, какая буква работает для обозначения первого звука в слове «буратино» – большая или маленькая? Конечно, большая буква, потому что «буратино» – имя сказочного героя. Давайте подумаем, а какая буква нам поможет напечатать название нашей страны – Беларусь? Это большая буква «Б». Давайте научим дружить новую букву с гласными командирами. Сначала назовем наших командиров. А, И, У, О, И. Я буду называть букву командира, а вы со мною слог с новой буквой. А, Ба, И, Бы, У, Бу, О, Бо, И, Би. Давайте вместе найдем картинку, название которой начинается со слога «ба». Бант. Слог «бы». Бык. Слог «бу». Бусы. Слог «бо». Бочка. Слог «би». Бинт. Продолжим работу по букварю.